Привет, прогрессивный народ, это истинный исследователь. Обзор сидения для унитаза, производитель Идис. Это неплохой производитель, но бывают и недоработочки у него. Я уже описывал шланги, он все взял немножко протек сразу, в течение месяца. Не такой он идеальный. То ли завод у них херовый, то ли у китайцев они покупают. Это посмотрим, с чего он сделал. Высококачественный полипропилен. Ну да, нормальный. Надежные крепления. Ну, по-моему, обычные, слишком тонковатые. Антибактериальные свойства. Ну, не знаю, что это такое. Все равно мыть надо. 3 года гарантия не выдерживает. Идис, 3 года гарантия. Ну, шланг я имею в виду. Вот такая вот коробочка. Так, давайте почитаем. Российская торговая марка. У меня есть подозрение все-таки, что часть товара они из Китая заказывают. Примерьте для подходящего вашего унитаза. По бельгийской технологии полипропилен. Крепкий. Надеюсь, что крепкое. Крепления крепкие. Ну, надеюсь, что так. Полипропилен размножению бактерий препятствует. Ну, наверное. Но мыть надо, как я сказал. Вот картиночка. Размеры. Так. Произведено. Да, как будто в Петербурге. Так, ну что там? Погрызть хочешь коробочку, да? Так, сейчас, ну вот, паспорт. Здесь написано EasyFix крепление, чтобы не прикручивать. На самом деле EasyFix не положено. 2 комплекта креплений с разным расстоянием, чтобы регулировать положение вперед-назад. Это я сразу не понял, учитывайте это. Длинные штырьки я отпилил, 4 сантиметра сделал, чтобы не закручивать, потому что у меня не EasyFix. Гарантийный талон надо заполнить. Схожу еще в магазин, заполняйте их, потому что Идис может сломаться и до 3 лет. Ну, хотя, конечно, они на вас в жопу пошлют, потому что у нас потребители не уважают. Сейчас крепление. Так, вот он сам. Вот такой вот. Вот резиночки, вот эти вот. Сразу суперклеем приклейте, чтобы не вываливались. Я приклеил уже. И здесь вот 4 резиночки. Там 2. Суперклеем приклеивайте. Можете силиконом. Так. Вот сам крепеж, я подумал, что 2 запасных, но они, видите, с разной центровкой. Этот в бок, этот в бок, этот по центру стоит. То есть подбирайте, куда вам надо подвинуть, потом уже закручивайте. И отпилил на 4 сантиметра. И, как я сказал, закручивающийся не надавливать, а приходится крутить. Просто гайки они сэкономили на этом, хотя здесь какие-то изи-фиксы упоминаются. Вот они, видите, изи-фикс. У меня нету. Могу даже показать, просто сейчас отнес, сейчас покажу.
Какой не изи фикс. Сэкономили копеечку. Так, единственное, что не понравилось, еще тонковатый крепеж. И здесь резиночку бы хорошо. Резинку не положили. Тоже сэкономили. Ну, вот такое вот сиденье, обычное самое. Но оно не самое дешевое, но такое простое. То есть можете покупать, если денег не особо много, стоит около 600 рублей. А так дюралпласт 2 или 2-3 тысячи, ее покупайте, железные крепления там дается. И все будет более-менее нормально. Всем пока, это был Стен Исследователь, обзор сиденья EDIS.